Друзья, ну а теперь посмотрим, как выросла тиляпия с учетом тоже изменения там температуры, изменения режима кормления. Ей сейчас 2,5 месяца от момента выклева. 2,5 месяца. Смотрим, какой же она достигла средней навески. Сейчас вы бы видели, как резво они все пошли на дно, когда я притащил сюда этот сачок. Честно говоря, они еще не в курсе, что вообще такое случается. Они пока не подвергались такому издевательству. Ух ты, ё! Они просто выпрыгивают аж. Вот, я не знаю, там сейчас хорошо бы... Ой-ой-ой. Знаете, я так аккуратнее буду, потому что, на самом деле, если я сейчас, по-моему, тут немножко увлекусь, мне кажется... Кажется, вообще ничего не поймаю. Ну, какое-то количество я вроде выловил. Ну, небольшое. Ну, сколько выловил? Давайте посмотрим. Итак, друзья, вот они, наши тиляпии. Здесь буквально 5 штучек. Заметьте, как сильно отличаются по размерам. Причем, видите, есть именно экземпляры такие не альбиносы, да, а стандартного вида. Так, у нас здесь обтарина 0. Да, тара на нуле. Так. И мы видим, что 150 грамм. 150 грамм 5 рыбин. Давайте сейчас попробуем на других весах померить. Друзья, честно говоря, не самые лучшие весы. Я хотел просто больше тиляпий наловить, но увидели, как они начинают выпрыгивать. Мне просто жалко. Мне кажется, я там буду водить этим сачком. Я половину тиляпии, она у меня на полу просто потом будет. Собирать не хочется. Выловил 5. Разницы видели. Разброс очень существенный, поэтому, мне кажется, достаточно все равно показательно будет. 150 грамм на этих весах. Мне кажется, здесь сильное округление идет. Поэтому сейчас берем там условно одну рыбку и делаем более качественный замер. Честно говоря, вот, ну, очень мне нравится, просто красавица. 36 грамм, друзья. 36 грамм, это у нас лидер 36 грамм. Давайте еще одного лидера туда посадим, посмотрим. Может, этот побольше немножко, да, вот этот альбиносик. Это, я думаю, что самец, конечно. Давайте посмотрим. 68, ну, они, в принципе, одинаковые. Вот они примерно там по 35 граммов, да. А теперь посмотрим, сколько весит совсем маленький. Вот у нас совсем маленькая. Таких там, в принципе, немного. Смотрим, сколько она. 80. То есть вот она весит у нас буквально 12 грамм. Вот считайте расхождение, да? 12 грамм и 35 грамм. Давайте уже тогда всех пятерых закинем. Оставшихся, точнее. Вот у нас еще две тут есть. 132 грамма реально у нас получается по рыбке. Если мы делим это дело на 5, у нас получается, что средняя навеска где-то в районе 26 грамм, друзья. 26 грамм у нас получается средняя навеска. Ну, я думаю, что здесь все-таки побольше больших. Я думаю, что реально будет где-то в районе 20 грамм средняя навеска. Вот, считайте, тиляпия вырастает с икринки, которая весит там в миллиграммах, до 20 грамм средней навески за 2,5 месяца. Но биологически, если это прикинуть, конечно, темпы роста, мне кажется, просто замечательные. Итак, друзья, тиляпия 2,5 месяца от рождения, средняя навеска 20 грамм. Давайте так договоримся. У нас сейчас на дворе начало октября. Посмотрим, что у нас будет через месяц, через два. Продолжаем следить. Кормовый коэффициент на данный момент меньше единицы. Температура выращивания на данный момент 24 градуса, то есть тоже не самый оптимум. В идеале, конечно, ей нужно там 26. Как пока что результаты такие. Будем следить, как дальше будет расти рыбка. Собственно, отчитался. Пишите ваши вопросы в комментариях. До новых встреч!